Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Poppy Playtime, и это у нас уже эпизод номер 2. И как говорится, начинаешь ценить только то, что потеряешь, потому что во втором эпизоде у нас уже русского языка нету, поэтому будем с вами ломать голову, дополнительная сложность появилась. Я, если честно, посмотрел в стиме русификаторы, не нашел, нашел только на первую часть, поэтому если вы в курсе, если вы что-то знаете, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях, мне будет правда очень интересно. Также про первую часть вы мне сказали, что я куча кассет не заметил. Ну да, что-то я прям все почти не заметил. Но бывает, главное, сюжет мы там проходим, и остальное не важно. Я посмотрел, короче, на другом видео на YouTube про кассеты, и я бы не сказал, что мы прям так много потеряли. Если что, по ходу игры я там перескажу, что было из того, что я запомнил. А так давайте начинать. Эпизод 2. Летай в интернете или что? Вместе с Поппи... Всё, можно загружать. Всё, начинаем. Ура. Я думал, это заставка. Надо зажать кнопку, чтобы скипнуть. Давайте посмотрим видео. Жесть, уже что-то стрёмное сразу же начинается. Это рука. Это длинная рука. О, господи. Ну да. Если честно, у меня сейчас такое вот в голове, как будто когда-то была подобная игрушка. Офигеть, она тянется. Мне кажется, реально что-то такое существовало. Не, вообще, вот, в связи вот с такими рекламами, это немного даже прикольно выглядит. Конечно, в игре это, наверное, будет жутко, да? Мы, наверное, с ней встретимся. Я единственное... Я единственное знаю, что во второй части... Я вижу глаза и рот. Очертания такие. Вы тоже, наверное, видите? Жуть, она стрёмная. А, вот она проявляется. А, это Поппи. Привет. Проснись. Окей. Заставка начинается. Я лишь знаю, что во второй части будет Кисси-Мисси. Про вот это вот я был в курсе, потому что мне их так название нравится. Вот это вот я запомнил. Ну вот, видимо, вот это еще. О, мы тут были на первой части. Так. Куда нам идти? Обратно, что ли? Блин, чё темно, мне уже не нравится. Давайте ускоримся. Куда нам? Нам теперь там не пройти. О, дверь открылась, смотрите. А, ладно, пока не страшно. Блин, мне стрёмно, у меня уже руки потные. Вот поэтому я очень боюсь этой игры. Ну вы прям не представляете, насколько. Смотреть это одно, а играть это совсем другое. Мне больше, я люблю посмотреть. Ой, игрушка. Крови что-то. Так. Так, а здесь... О, а вторую я тоже могу? Нет, только, видимо, одну. О! Так. О, смог. Ура. Ну, надо, короче, знаете, я так думаю, надо лутовать как-нибудь. Все, я уже, я завис. Я знаю, на кнопку надо нажать. Я понимаю это. Что сделал? Может быть, я там дверь открыл? Эти игрушки. Там же просто была такая красная дверь. Может быть, мы ее смогли открыть. Блин, я надеюсь, что тут без погонь сейчас будет. Я знаю, что вторая часть длиннее. А. Нет. А чё? Подождите, что произошло-то? Оп, еле как перелез. Ура. Я могу вот это вот убрать? О! О! Крутой. Так, подождите, может быть, мы сюда сможем пройти? Могли. Цветочек. Ладно. Это ключ. Нифига, ключ огромный.
Ага, и что нам тут дальше с ним сейчас сделать? Ну, наверное, ту красную дверь, да, открывать. Я уже, знаете, после, ну, вот предыдущей вот первого эпизода, особенно под конец, я уже все. Я уже тут на нервиках играю. Каждый раз, когда дверь какая-то открывается, я хочу стоять далеко от нее. Это картинки. О, Хаги-Ваги. Какой-то кот. А можно дверь закрыть, ПЖ? Дракон, смотрите, люк, куда мы ведем. О, подушки! Вы чё, летите? Я не понял. Ладошки. Значит, мы сюда. Мы здесь можем. Ой, такие звуки. У меня комп издал, я уж испугался. Вот я как понимаю, если вот какие-то вот ладошки есть, то значит мы можем рукой как-то управлять. А, мы значит, нам сюда надо. Блин, подушки, я от вас трясусь. Вы издеваетесь надо мной? Пожалуйста, так. Я ускоряюсь. Ладно, теперь я не ускоряюсь. Может, все? Может, нам пора на этом, в принципе, видео-то заканчивать? Ага. Она, подождите, она нормальная? Она сказала, что она не хотела нас напугать, она хочет, чтобы мы, видимо, электричество что-то там сделали. Так, Поппи, ты это, меня немного удивляешь. Получилось? Она похлопала. Она нас поблагодарила за освобождение. Скоро увидимся, она сказала. Я там уже не понял, что она сказала. Ну ладно, окей. Так, а нам-то куда? Чё, камон-то? Она, значит, просто так говорить будет, или... Хватит, одумайся. Куда нам идти-то? А, вот ты! Привет. Да ты это слишком мелко. Как я с тобой пойду-то? Я туда не влезу, наверное. Чем? О! Я туда вернусь? А зачем мне туда возвращаться? А мне надо туда возвращаться? Ну, видимо, если это есть штука, значит можно. Да блин. Точно мне надо возвращаться, Поппи? Скажи мне что-то. Тут вот есть дыра стрёмная. Пец, я вообще, я... Все, я... Не тяж... Так, да ё-моё, алё. Это точно это... О, все, смог. А, давайте возвращаться. Наверное, так и надо, да, сделать? Слушайте, ну пока что Поппи адекватная. Сейчас она отсюда вылезет. Ура. Ага, привет. Но я сюда не влезу. Там, наверное, теперь вот в эту, да, сторону. О! Блин. Слушайте, пока что нас кто-то сопровождает, мне немного комфортнее. Я не люблю вот такие вот места, где мы только одни. Если хоть кто-то с нами будет, мне уже морально легче. Пипец тут. Воу! Ура! Поппи! Ты где, пожалуйста? Пожалуйста. Мне нужна. Что с котом? Сейчас вылезешь отсюда, Поппи? Или отсюда? Откуда ты вылезешь? Ладно, пишите сюда. Ладно, не можем. А, можем. Поппи. Игровая станция. Ой, у меня же подлагало. Слушай. Пец, заорала. Ничего, мне тоже сюда прыгать. Я просто не вижу, куда мне дальше идти. Ладно, давайте так. А я не боюсь. Я куда-то бегу. Так.
Опа. Не в ту сторону? А, меня вынырнуло. Окей. Сила, игровая станция. Мы туда не влезем, мне кажется. Так, нами пока что играют, нами просто управляют. Зачем мы вообще сюда пришли, как сотрудник? Мы начали искать, я как понимаю, наших ребят. А, нам надо вот стой. Типа наших сотрудников, посмотреть, что с ними случилось. Потому что по первому письму они сказали, что они до сих пор здесь. Потом... А. Так. Значит, вот так сделаем. Да блин. Ладно, значит, вот так вот сделаем. А значит, надо вот так по порядку. О, ты что творишь? И как нам быть? Что нам тут делать-то, собственно? Вот, например, мы вот так вот сделаем. А что такое? А в каком порядке нам надо это делать? Я не понимаю, если вот сейчас сюда заденем, то тут вот снимет. Если тут заденем, то здесь снимет. А если вот левой, и левой тоже, ему вообще без разницы. Где обрывать и как обрывать? Ага, надо сейчас подумать. Включаем мозги. Сейчас еще все запись идет. Фух. Фух. Нормально. Там что-то такое светящееся. Что это? Ну, вообще, ну, не получается. Нам надо как бы... Может, надо их как-то одновременно? Да нет. Ну, вот эта вот труба, ну, она светится. Ну, точнее, светится. Она как-то выделяется. Может, правда, с ней надо как-то взаимодействовать? Ну, вот я не знаю. А, ну, слушайте. Слушайте, она сейчас... Опа! Так, а как нам? Подождите, как нам это сделать-то? Нам, наверное, вот с этой стороны надо отойти. О! Ух. Первую задоджили, а как вот со второй нам быть? А если так... О, что происходит? Ура! Не прошло и года, блин, как я долго тупил. Дверь открывается, все, бежим, 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 бежим. Ой, тут такой какой-то коридор большой, не к добру это. И у меня пролагало, значит, было сохранение. Отдай руку! Отдай руку! У меня руку съели! Уйди! Уйди! Ее зовут мама. Пипец. Пипец, она хочет съесть наши внутренности, пока мы будем живы. Руку мою верни, как мне открыть теперь? О, ладно, сама открыла. Пипец, ну руку-то верни. И в игровую станцию нас повела. Пипец, стрёмно. Ой, ты кто? Так, ладно. О, так, ладно, как это... Какой-то... Только не говори, что тут бегать придется. Какая-то огромная территория, реально прям огромная. Пипец. Блин. Выглядит страшно. Это, ну, реально даже не для детей как будто. О, киси-миси. Угу. И куда нам? Нам... Да? А, все заговорили. Я ничего не понимаю. Зеленая рука. Так, что делать-то? Я... То есть нам надо на поезд? Нам надо на поезд? Но тут зеленая рука. Или все нормально? Чё с... Что происходит?
Нажимается... Да, блин, называется... Да нажимался всего, сейчас ничего не понимаю. Они все одновременно говорили. Но нам сюда рано, да, как я понимаю? У нас не синяя рука... Ой, у нас не зеленая рука. Первое, это что тут? Может, что-то подписано? Не, ничего не подписано. Ладно, давайте сюда подойдем. А, у нас вот открылось, да? Музыкальная память. Кровь. Дрень. Все стабильно. Так, бежим. Сейчас стрёмная фигня, конечно. Опять сохранение, ура. Люблю сохранение. Это кто тут пробурился? Это вот эта вот мамочка. Молдинг рум. Рычаг. Свет включи. Ура, ура. Вода. Или что это? А, вот. Насыпали шарики. Что у нас тут еще есть? Ладно, пока мы нажать не можем. Теперь надо... испарить воду. Что это такое? Нам надо починить. Починить? Или как? Что у нас здесь еще имеется? Здесь мы никуда пройти не можем. Но... вот смотрите, тут у нас. Руку мне верни. Прошу. О! Тут есть кассета. Дайте я хоть одну кассету, блин, найду. Очень хочется. А, вот кассета, господи. Можно ее взять? Ура! Все, давайте хоть что-нибудь послушаем, посмотрим. Так, конечно, теперь без субтитров будем, даже на русском, поэтому будем надеяться на лучшее. Наверное, просто... О, зеленая рука! Мне это надо. Но она же то же самое, нет? А, она может сохранять электричество на 10 секунд. Но это прикольно, это полезно. Когда мы зажимаем... Угу. Понял, понял. Не, это удобно, правда. Дай нам руку. Тайм-таймер. У! Понял. Значит, мы должны быстренько успеть пройти. Интересно, для кого эти руки создаются? Для работников? Или для детей? Ну, это, ну, просто если для детей, это очень странно. Ну, смотрите, нам не дают. У нас тут выливается. Ой, головоломки, ну придумали же их. Куда тебя? Если на другую кнопку нажмем какую-нибудь. Нет, это не нажимается ничего. Так, нам надо, значит, выводом воды, вот этой вот жидкости заняться. Это никак не работает. О. Ими мы можем управлять. Ну зачем нам это надо? Тут темно, тут ничего. Ну почему надо думать, блин? Я думал, что за спидранью эту игру и все нормально. Но для этого нужна зеленая рука, да, как я понимаю? Тут ничего не нажимается. Ну с этим человечком, да, что-то надо сделать. Но рука у него просто не хочет. А, почему она сейчас захотела? Я вроде, я уже зажимал так. Ура, прогресс! Не стоит на месте. Поливалка. То есть это мы создаем зеленую руку? Может сразу же несколько, а вдруг у нас ее опять отберут? Я не хочу, чтобы нас руки отбирали. Это тут, конечно, завод интересно выглядящий, да? Вот представляете, оператор станка просто так... Опа, нажал, опа, тут нажал, сюда нажал, и все в принципе. Так, что сейчас-то случилось? Опа, нам, значит, туда.
Ой-ой-ой-ой. А здесь что? Здесь так. Дверь закрылась или что произошло? А, давайте подниматься. Нам терять тут нечего. Конвейер заработал. Зеленая жижа, да? Нам надо будет ее заправить. Куда? Сюда? Давайте. Туда! Смогли. А сюда надо? Рука, смотрите. Мы... Типа ачивка какая-то или что это? Все, давайте спускаться. Я как понимаю, нам уже дальше надо идти. Дальше будем создавать нашу зеленую руку. Я не знаю, насколько я сегодня продвинусь. Я, наверное, буду играть вообще как слоупок. Видимо, второй эпизод мы будем проходить полжизни. Ну, ладно. Ну, ладно, как говорится. Так, все, покрасили. О, да тут реально их несколько будет. Давайте нам все сразу же. Че нам одну-то? Нас реально оторвут еще и все. Ну да. Окраска высохнуть успела. Давай, давай. А 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 как? А, просто просто на Е надо было нажать. Заряжаемся, смотрите. Я не знаю, до какого. Или мы уже зарядились. Крутые! Лагает, блин. Ну, что-то это, что-то не то. Так, я немного тороплюсь, потому что я ссусь. О, мы теперь вот здесь. Привет, я не хочу с тобой разговаривать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, привет. Я теперь хочу с тобой разговаривать. О, не прыгай на меня. Welcome to Musical Memory. Давай. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. Наши мозги будем развивать. Давайте. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence. То есть то, что мы прочли, мы должны нажать на кнопку. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete the color pattern correctly, Bunzo will rise back up. Надо быть внимательнее. Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. Я помню в детстве такие же приколы, да-да-да. Мне кажется, я буду готов. Я буду готов. Удачи, спасибо. Где эти цвета? Здесь она трясется. О! О, а чё ты уже спускаешься, алё? У нас типа вообще почти нет шанса. А, фух, она поднимает. Спасибо за пожелание удачи. Yellow. Green. Yellow. Green. Green. Yellow. Green. Green. Yellow. Green. Red. Yellow. Green. Red. Green. Yellow. Green. Red. Red. Yellow. А, так у нас таймер. Пипец. Red. 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 Blue. Red. Red. Blue. Red. Red. Blue. Blue. Red. Red. Blue. Blue. Red. Red. Blue. Blue. Red. 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 Blue. Blue. Red. 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 Blue. Blue. Red. Violet. Red, blue, blue,
Какой Вайлет? Ты что несешь? Тут есть такое? Я знаю, что Вайлет это красный с синим. Нету Вайлет. Нету Вайлет. Я жить хочу. Ну так и думал, видимо, надо цвета было совмещать, пипец. Ушатали нас. Ага, я могу это взять. Спасибо, вставай. Только не говори, что мы сейчас опять с первого раунда, понял, я не хочу. Ну, похоже, надо было совмещать цвета, но я боялся, я думал, что что-то не так. А я не помню в инструкции такого. Yellow. Yellow. Yellow, red. Yellow, red. Yellow, red, red. Yellow, red, red. Ну, слушайте, отличаются. Yellow, red, red, red. Yellow, red, red, red. Yellow, red, 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 violet. Yellow, red, red, red. Yellow, red, 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 violet. Yellow, red, red, red. Да, как этот ваш Violet сделал? Red, red, violet. О, я нашел Violet, он сзади был. Крысиный цвет такой. Violet. Violet light. Violet. Violet. Violet light organ. Пипец. Violet light organ dream. О! Violet light organ dream. Поднимайся. Violet light organ dream. Остановись! Стрёмно! Ух, прикольно. Чё смотришь, алё? Блу? Да какой блу-то? А, так блу надо было, понял. Значит, надо было реально блу. Значит... Чё он сказал? Оранж. Чё он сказал? А, блю. Где блю? Дэй. Хо-хо-хо. Блю, джей. Сердечко. О, сердечко. Блю, джей. Да я не увидел! Блю, джей. Да я не вижу, ууу, отстань. Я не, я все. Отстань. Да, да, я не успел. Но оно что-то мне давит на мозги. Оно что-то мне не дает подумать. Но мы же теперь опять будем на этом этапе, да, дурацком. Это уже не музыкальная память. Это не музыкальная память. Тут уже все подряд. Так. Ну я это пройду, я отвечаю. Ой, я не услышал. Джей? Все, просто Джей? Джей Оранж. Или он сказал Харт? Ага. Джей Уайт. Как-то он странно говорит. Да, я не то, да я не то, я знаю. Я опять не то, я знаю, отойди, отстань. Ура, поднимайся. О! Ты че несешь? Ты че это было? Мама. It broke. That's no fun. Да. We're doing such a splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for the train.
Так. Ой. Это. Playtime to train. О, то есть мы сейчас на поезде, да, поедем? А, у нас тут, смотрите, куча всего есть. Okay, то есть она чисто нами играет, да? Она пока что нас не хочет как-то убивать. Потому что мы ее развлекаем. О! Где я? Как мне вылезти? Сюда. Сюда. Так, уйди. Уйди. Нам надо сюда залезть. И здесь нам тут ни от кого не придется убегать. Пролаг, сохранение. Но я даже ускориться не могу, если бы захотел. Жесть. Ладно, я пока не кричал. Пока не кричал. И на этом как бы остановимся, да? Она. Play care. Я смогу спокойно упасть или мне надо аккуратнее? Динозавр. Damaged. Нам надо найти, видимо, электричество. Зеленой рукой подпитаться. Что это было? Динозавр. Как нам тут подняться бы? По вот этим? Паркур, паркур, паркур. Какой медведь прикольный. Куда руку тянешь? Что ты запустил? Кассета. Блин, кассета. Давайте искать ее. Где она тут может быть? На какой-то полке, 100%. А, вот кассета, кстати. Ладно. Вообще на лестнице была по итогу. Ой. И что у нас тут будет? Что, скибиди? Тигр, медведь? Там что-то буянил. Ну я посмотрел. О-о-о-о! Подними меня. А, надо зажать. А, типа вес слишком большой. Дракон. Динозавр, вот иди. Нам бы тут зажечь еще. А я не вижу тут больше электричества. Алло. Как мне подняться? А тут дверь, да, можно открыть? Нет, нельзя. Ой. А я ж тут вот еще что-то нажал. Может, тут что-то нам поможет. Мячик. Тут, ну тут что-то должно быть, да, как я понимаю. То, что нам может помочь. Но я что-то не шибко вижу. Тут много хаги-ваги. Типа как обезьянки, да? Я знаю, что есть такая игрушка обезьянок. О! Что подгон? Золотой. Нам бы достать до него. А, так значит, тут золотой цветок мы тоже могли как-то взять. Чего я не могу взять, я не понимаю. Алло. Кто это вообще? Это мама? Смотрите, кран. Кран, которому нужно электричество. Все, я понял. Ну, я надеюсь, я понял. Видимо, здесь нам ведь надо зарядиться, да? Наверное, надо будет подождать немного. Во, заряжаемся. Не знаю, сколько надо заряжать, короче. Ну, как будто все. Бжим, 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 бжим. Смотрим, 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 смотрим. Кран заюзали. Бери нас. Все, что ли?
Какой-то он это... Какой-то он странный, этот ваш кран. Все, он перестал работать. А вот если вот эта вот кнопка... Она будет лучше поднимать? Нет. Лучше поднимать не стал. А кран, что он должен поднять? Я не понимаю. Теперь тогда не понимаю. Пипец, мы тут игрушками кидаемся. Как-то здесь много головоломок во второй части у нас пошло. Так, пока я не отжимаю, мы тут ходим и думаем, на что мы можем использовать нашу перчатку. Все, есть максимум, давайте убираем. Ну и опять используем. Ну нас возьми, ну возьми нас. Да не поднимает он, ты чё, дурак? А можем вот это, смотрите. Ну мы же как-то, смотрите, мы же к ней приросли не просто так. И зажимания мы не можем взять. То есть нам надо этот кран передвинуть. И забрать вот эту игрушку, да? Сейчас будем пробовать. И как нам это сделать-то? Как нам этот кран-то передвинуть? Наверное, вот за вот эту, да? О! Пошла жара! Так. Немного перестарался. Сюда. Сюда. Теперь заряжаемся. На. Пользуем. Забирай игрушку, забирай. Золотая. Отдай мне. Отцепись. Отдай мне. У попы я готов. Я готов ее забирать. Мы... Ради чего мы это делали? Давайте тогда ввести теперь дальше эту руку. Ой, руку. Рукой. То есть мы тут забрали какую-то часть, но нам надо довести его до конца. Блин, так значит надо было тот цветочек тоже забирать. Ну, единственное, что я не знаю, что это нам дало бы. Так. Алло? Моя рука? Ты там где? Че это там? Отцепись. Отцепись! Она не отцепляется, ребята! Я кнопку мыши тыкаю. Ей все равно. Ей реально все равно. Уйди! 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 Так, ну мышка у меня вроде бы работает, но только что увидел какой-то красный сигнал. Сейчас, подождите, и мне даже вот... Да работает она! Ё-моё, распластала нашу руку. Ловим баги, как говорится. Так. Дальше мы сможем дойти? Блин, рука, вернись. Я тебе все прощу, ты чё несешь там? Она все, она у нас тут и застыла. Блин, чё, все что ли на этом? Ну, знаете, даже рука нам, видимо, говорит, что надо заканчивать видео. Видимо, потом мне придется перезаходить и заново вот проходить вот этот вот этап. Ну ничего, надеюсь, что все будет нормально. А на этом я буду заканчивать данное видео. Рука просто не работает. Про внука мыши вообще на нее не действует. Это странно. Интересно, я еще все перекликал. Давайте тут... А, ну это управление... А тут теперь у нас нету, да, наших предметов. Окей, понял. Ну а так, с вами был Диктофон, синяя рука и зеленая рука. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!